какое-то время назад мы снимали для вас видео, где я рассказывал, что нужно знать, допустим, о покупке, когда вы рассматриваете себе покупки G30. Вы меня там все наругали, какой га. G30. G30 — это, как правило, поколение, если мы говорим про дизеля, с двигателями B47 или B57. Тогда я забыл вам сказать, да, это у нас не жижка стоит, как видите, но тогда я вам забыл сказать, что есть еще одна проблема, с которой мы встречаемся еще чаще и чаще, уже делали это неоднократно. Это двигатель B47, который оставился в том числе и на F-кузова. Это проблема с выпускным коллектором. Ну, не с самим коллектором, а с прокладками. То есть примыкание коллектора к головке блока цилиндров. И, соответственно, уже попутно меняется еще и прокладка, которая соединяет турбину с коллектором. Поэтому сегодня давайте исправимся. И не то, чтобы я вам об этом сказал, об этой проблеме, мы еще и покажем, как ее устранить. Ничего сложного в этом нет, но есть нюансы, о которых я вам, собственно, и расскажу в этом видео. Поэтому B47, если у вас в салоне пахнет выхлопными газами, или есть звуки, такие щелчки при работе выхлопных газов, такие легонечко с этой стороны, плюс у вас по правой стороне, вот, палец видно, что покажи, что палец чистый. Видно? Теперь берем вот здесь вот. Палец черный, сухой, в саже. Это говорит о том, что у вас проблема именно та, о которой мы сегодня и будем с вами говорить. Поехали. Если у вас эта проблема будет в нашем случае F30, F31, F34, F36, ну вот это все поколение третьей серии, то для этого вам, для удобства работы, нужно снять вот этот пластик, распорку. По большому счету можно сделать и так, но если у вас здесь будет больше места, вам просто будет комфортней и более доступно работать. К тому же там есть один болтик сзади, который держит термокожух, термоэкран на самом коллекторе, просто будет удобнее крутить. Не ленитесь при работе снимать все вот эти вот пластиковые элементы. Да, там 10-15 минут разобрать, 10 минут собрать, но это сильно облегчит вам работу. Поехали. Друзья, давайте прервемся на короткую, но очень полезную рекламу от нашего партнера Carvetical. У них очень большая база данных, у них миллионы проверенных машин по всему миру, история которых может скрывать для вас неприятные факты. И сейчас я вам покажу на живом примере, как это работает. Вы выбрали такой автомобиль, как BMW 6 серии с 5-литровым двигателем, у которой небольшой пробег, в объявлении написано, что с ней все прекрасно. И для того, чтобы воспользоваться услугами Carvetical, вам нужно знать ВИН-код этой машины. Берем ВИН-код этой машины, вбиваем в базу данных и дожидаемся отчет. После того, как мы получили отчет, мы сразу видим, что у машины есть замечания по повреждениям. И давайте сразу же посмотрим, как она выглядела в момент повреждений. 2018 год, январь месяц. Смотрим фотографии. У нас есть повреждения по передней части машины. Передние фары, крылья, капот, бампер. Нету абсолютно передней части машины. Но из плюсов хочу заметить, что, судя по фотографиям, несущая часть кузова, такие как лонжероны, остались на месте. И это своего рода хорошая новость. Также в отчете от Carvetical есть хронология, благодаря которой мы видим, что в 2018 году в январе месяце машина была продана в Америке, и уже в марте месяце она была зарегистрирована в Литве. Там ее отремонтировали, и там же она сейчас и продается. Таким образом, мы с вами теперь знаем, что данная машина была в аварии. Хорошо это или плохо, решать вам. Будете вы покупать машину битую или нет, тоже решать вам. Но благодаря Carvetical вы можете узнать об этом еще до того, как вы потратите свое время и поедете смотреть эту машину вживую. Не забывайте, что, во-первых, с промокодом ВЛАСОВ вы получите 20% скидку на неограниченное количество отчетов, а во-вторых, вы помогаете таким образом нам развивать наш канал. Смотрим техническое видео дальше. Под капотом, когда с двигателем работаете, снять плюсовую клемму. Я снял, Валерка только что поставил. Сейчас будет запускать G30 после чистки коллектора на B57. Валера, волнуешься? Да. Правильно. А давай мы твой первый запуск после чистки заснимем на видео. И потом всем покажем, как ты чистишь. Давай? Давай. Молодец. Так, друзья, смотрите еще раз, что вы должны видеть.
Вот, видите, здесь все в саже, черный, сухой. Также у вас здесь будет сажа на клапаны крышки. Она тут продувается между вот этим термокожухом. Все вот эти трубки, видите, они все в черные. Также турбина будет черная вот эта снизу. И просто вся область, в том числе стакан, у вас будет просто в черной саже. Это будет главный первый признак, как вы можете определить, что у вас проблема с прокладками выпускного коллектора. Значит, начинаем снимать коллектор. Для этого выбираем вот этот кронштейн пластиковый, на котором висят подключенные все датчики, связанные с выхлопной системой. Нам просто нужно его убрать в сторону, чтобы был доступ. Дальше откручиваем один поганый болт на противодавление, на датчик, давайте так, болт, который идет трубка на датчик давления отработанных газов перед турбиной. Он здесь вкручен в коллектор и очень часто он выкручивается с большими проблемами, он там закисает просто. После того, как открутили его, дальше откручиваем термокожух и, соответственно, уже добираемся до коллектора. Звучит просто, но на деле чуть-чуть сложнее, чем звучит. Поехали! Смотрите, друзья, видите, здесь болтик с головочкой Е8, который держит эту трубку и, соответственно, сам кожух. И точно такой же будет вот здесь вот сзади, который вы не видите и только на ощупь можете крутить. Поэтому для этого я и разбираю этот пластик, чтобы был здесь подход. Вот оно все черное по причине пропускающих прокладок. Видите, где-то больше, где-то меньше. И вот здесь сзади тоже, видите, все черное. Добрались мы, как видите, до коллектора. Теперь нам нужно отпустить вот здесь вот спереди EGR. Здесь тоже будет, кстати, новая прокладочка, я вам позже покажу, ей номер скажу. И после этого мы откручиваем хомут от турбины. Ну, порядок действий может быть разный. От турбины. И после этого откручиваем сам коллектор. Он держится на 8 шпильках от головки. Рекомендую вам сразу залить их в какие-нибудь преобразователи ржавчины, для того, чтобы они откисали, потому что с ними бывают тоже проблемы. Обманул вас, точнее забыл вам сказать, что еще нужно снять корпус воздушного фильтра для того, чтобы нам придется немножечко приспустить EGR, в том числе от головки, для того, чтобы он чуть-чуть подвинулся назад, не снимая его, иначе коллектор просто будет, ну, мешаться, не достать, поэтому вот это тоже нужно снять. Я все приготовил, отпустил EGR, как вам сказал, чуть-чуть, вот он болтается. Потяните его сильнее, потечет антифриз. С этим моментом очень осторожно. Поэтому сейчас все готово. Турбину я тоже отпустил и начинаем крутить сам коллектор. Как я сказал, 8 гаек. Посмотрим, как пойдут. Если все хорошо, то скоро коллектор будет у нас в руках. А, еще маленький момент. Коллектора сами, на моей практике, не лопаются. Это проблема не в самих коллекторах, проблема в прокладках. Да? Слушай, ну пока нам повезло, все крутится от руки. Здесь не будем пользоваться гайковертом угловым, потому что есть шансы, что шпильку может закусить, поэтому все желательно делать нежно, аккуратно от руки. Все шпильки пошли, осталось их только выкрутить. Я думаю, что проблем быть не должно. Вот они, друзья, виновники нашего мероприятия сегодняшнего. Вот эти вот прокладки, они начинают пропускать. Также обязательно, как я и сказал ранее, покажи, пожалуйста, вот это кольцо нужно поменять. Вот это. На турбине, потому что мы разъединили это. И еще рекомендуется поставить сюда новый хомут. Если вы не испортили старый, вы можете его использовать, но лучше поставить новый, он к тому же не очень дорогой. Смотрите, сама разборка коллектора, ну, вообще не сложно и недолго. В нашем случае все подкрутилось и все довольно быстро, легко пошло. Сейчас что нужно? Закрываем все отверстия, немножечко чистим плоскость головы. То есть не надо там ни щетками, ничем, просто протираем максимум мягкой, ну не грубой щеткой, мягкой щеточкой на шуруповерт и проходим, просто снимаем вот эту черную сажу, которая есть на примыкании, где сама плоскость. Опять же, надо протереть салфеткой и посмотреть, можно с клинером это сделать. Дальше то же самое делаем с коллектором, плоскости проходим. Коллектор чугунный, его можно щеткой смело это делать. И начинаем обратную сборку. Важный момент. Перед тем, как вы начнете притягивать турбину к коллектору, коллектор имеет все-таки подвижность. Он 100% у вас не встанет на точно там же, где он был. Он может стать выше, ниже, левее, правее и так далее. Вам для этого, чтобы не испортить ни коллектор, ни турбину, нужно прикрутить коллектор,
после поднять машину, снять защиту, и снизу я вам покажу. Открутить, там есть такое Г-образное крепление к блоку, которое держит турбину. Отпускаем его, не откручиваем, отпускаем. То есть не полностью не снимаем, чтобы у турбины появился маленький ход. После этого одеваем новый хомут на коллектор турбину, затягиваем. И уже тогда опять едем наверх и прикручиваем это крепление к блоку. Это важно. К чему я это все рассказываю? Что если вы коллектор, допустим, видите, у него отверстие, во-первых, больше, чем шпилька. Я вам сейчас это покажу. Вот видите, какой у него большой ход. Если вы коллектор, чисто в теории, притянули чуть выше, и потом вот этим V-образным хомутом вот здесь начнете притягивать турбину, вы можете либо лопнуть сам коллектор, либо испортить саму турбину. Либо у вас ничего пока что не лопнет, вы это все затянете в диком напряжении, и потом от температурных перепадов и всего остального у вас все-таки где-то что-то может лопнуть. Поэтому этот момент обязательно соблюдайте. Все, готовим плоскости и потихонечку можем собирать назад. Но перед этим я вам покажу комплект необходимых деталей для этой работы. Две прокладки. Сейчас вы видите номер на экране, чтобы вы не спрашивали потом, какие куда. Следующее, хомут на турбину. Прокладка, вот это колечко круглое на турбину. Дальше, вот такая вот прокладочка на примыкание ЕГР к самому коллектору. Обязательно новый болт на противодавление турбины, помните? И, соответственно, две медные шайбочки вот на этот болт. И на всякий случай всегда вам рекомендую прикупить вот эту трубку, это вентиляция картерных газов, потому что ее тоже нужно снимать, они очень часто от старости просто лопаются, как чипсы, так разлетаются по сторонам. Поэтому если она у вас целая, вы можете ее не менять, хотя они со временем текут и рано или поздно все равно лопнет. Рекомендую вам ее тоже заменить, они есть разные с обогревом или нет, поэтому сейчас вы увидите номер без обогрева, и рядышком вот сейчас увидите номер с обогревом для холодного климата. Так, если с обогревом, у вас здесь в нижней части будет подключаться разъем для подогрева этой трубки. Это важно. Все, готовим, и теперь можно начинать обратную сборку. Перед тем, как начнете ставить коллектор, обязательно сразу сюда закидываем кольцо и меняем этот хомут со старого на новый. При установке прокладок у вас появится вопрос, какой стороной ставить ее куда. Видите, они с разных сторон, разная поверхность. С этой стороны, где такой серый матовый цвет графитовый, это напыление. Так вот, напылением нужно ставить к выпускному коллектору, то есть вот этой стальной частью к голове, это коллектору. Это важно. Я закончил скручивать коллектор, но есть один еще маленький нюанс. Клиент привез демпфер передний и передний сальник, попросил его заменить. Я вам это уже показывал неоднократно, но у B47 и у B57 есть один маленький нюанс. Сейчас я вам покажу. И для того, чтобы зафиксировать двигатель, здесь существует два способа. Один сложный, второй сложный. Давайте пойдем по сравнению с предыдущим двигателем, с Николаем или с Михаилом. Давайте я вам сейчас покажу, что нужно сделать, чтобы зафиксировать двигатель, для того, чтобы открутить демпфер и потом его затянуть. Поехали. Значит, как вы видите, я нахожусь внизу машины. Это, в принципе, нормально. Снял все защиты, и теперь я буду снимать стартер. Значит, первый сложный способ. Стопор здесь, под теплообменником, куда приходит масло от коробки. Вот здесь. Сейчас увидите. Туда попасть можно только открутив теплообменник. Открутив его крайне неудобно, когда у вас стоит коробка и так далее. Это место чаще всего, не чаще, а скорее всего, думано только для того, чтобы использовать его в том случае, когда вы делаете замену ГРМ, на принципе ГРМ, у вас снята коробка и так далее. Вот тогда я, кстати, и пользуюсь именно этим отверстием. Когда вы туда не можете попасть, BMW нам, слава богу, хоть и непростой, но сделали способ еще один. Это через снятие стартера, установки сюда специального
специальной оправки, в которую мы вставим стопор, но без этой специальной оправки вы не сможете зафиксировать двигатель. Ну или только снимайте теплообменник, хотя бы его откручивайте, а там, еще раз повторюсь, очень неудобно подлезть. Поэтому, как видите, я снял стартер, сейчас покажу, что туда надо поставить и как зафиксировать B47. Вот такая вот у вас должна быть приспособа, которую вы прикрутите сюда в болты стартера. И уже потом вот через эту направляющую вы в нужном месте. Нам не нужно точку ВМТ, это делает точка ВМТ. Нам нужно просто зафиксировать маховик. Но вы с помощью вот этой фиксации его, с помощью этого направляющего сможете зафиксировать. Да, существует много разных способов. Можно еще тут взяться за венец какой-нибудь плоской отверткой и так далее. Если у вас механика, можно попытаться скоростью заблокировать. Но именно вот так бы мы хотим, чтобы мы делали. Клиент не привез болты на демпфер. Можно прикрутить на старые. В идеале прикрутить на новые. Время сейчас позднее. Ну, не поздний вечер, но вечер. Я их, если он скажет новые, сейчас все равно не достану. Поэтому сделаем следующим образом. Сейчас мы снимем демпфер. Заменим сальник. Я покажу, как его поставить новый. И мы поедем домой. И уже завтра запуск. С утра, когда мы решим с болтами, я поставлю демпфер. Я досниму для вас на маленькую Соньку, чтобы оператора не дергать сюда и ехать ради 5 минут. И вы увидите концовку уже тогда. Да? Один из простых способов – это взять ключ, например, в нашем случае на 22. Упираем его в колено, там ничего не повредим. Здесь вставляем его внутрь и цепляемся за вот этот бортик, не за алюминиевую часть блока. И вот таким движением достаем сальник. Не всегда это выходит с одного захода, но это может быть повторить. И все, сальник уже вот он у нас улетел. Давай сразу покажем. Вот здесь, где я брался ключом. Вот тут, видите, ничего не повреждено, все в порядке. Сейчас на снятом сальнике покажу, как не ошибиться. Прикручиваем вот такое вот направляющее. Вкручивается она двумя болтами в коленвал. Дальше берем сам сальник. Аккуратненько ставим его сюда. Дальше берем крышку. Гайку накручиваем, откручиваем, снимаем коронку, видим, что сальник не стоит внутри, на месте, он задавливается. На этой коронке есть специальный бортик по глубине, он задавливает его вовнутрь ровно столько, сколько это нужно. Все, сальник на месте. Ровненько, красивенько. Так, старые болты и новые болты. Обсудил я этот вопрос с клиентом, так что болты заказали, сейчас буду ставить. И какая у меня красивая перчатка со вчера. И после того, как прикрутим, поставим демпфер, нужно обязательно дать постоять сальнику минимум пару часов. И только после этого делать запуск. Машина готова, и ее можно отдавать клиенту. Как всегда, спасибо, что вы смотрели это видео. Я жду вас комментарии, с удовольствием почитаю. Всем спасибо, всем пока.